się, wierzysz się, lubi się w ziemi. Следующая, четвертая. Снизу вверх. Одна накладка делает. Уже нет, вторая. Снизу вверх. Вот так. Два, так. То
То есть это запястье, плечи на плечи как бы накладывается, да, внутренне? Раз. То есть вот. Эти восьмерочки, которые делали на третье упражнение, тоже стараемся их как бы соединить. То есть уже стараемся соединять. Атакующее движение всего три удара. Колище. Движение. Ножки. Есть, да. Потом проводок. Режущее движение. И рубище. Раз, два, три, четыре, пять. То есть мы их любой из зеркала соединяем. Сейчас возьми блок еду, да? Ну, с первого тоже там. Седьмой, двойной. Ну и восьмой простой, одинаковый, вот так одинаковый. Потом шагаем, ударяем так, ну мы сразу на две стороны делаем. Все исходно. Первое. Раз. Два. Два дублируем. Повторяем. Делаем крестовой шаг. Три. Три. То есть мы одной ногой делаем, как в батуфаке. Три. Три. Все просто. Три. Три. Так, кому-то сейчас по шопе прилетит этот мяч. То есть мы отсюда чуть-чуть отнули. То есть мы сделали три. Три. Этой же рукой. 4, 4, 4, 4. А здесь одно крыло, одно крыло, то есть второй просто вертикально. А следующий блок уже зеркало, вместо просто вертикально защиты. Выходок, ты понял, что я говорю? Да. Хорошо. То есть защита двойная, смотри, оп, это 7. И восьмое, это уже шаг по треугольнику. Так, ну что, давайте вместе, медленно, не торопясь, походу, внимательно, ты чё? Раз. В следующий раз, мы будем показывать. Два. Три. Походу, внимание на ноги. Четыре, шаг. Четыре. Пять. 45. Шесть. 7,
Так, вопросы есть по этой штуке? По мячам, ребят? Вы запомнили? Вы смотрите? А здесь их 8 и все? Ну все. Вот зачем? Да, сразу. Да, и... Ну, потом мы упражнения там сколько, 5-6 лет сделали специально. Ну, чтобы... И потом уже комплекс, все. Ну, который я записывал, сегодня Гоша записал. Я вчера выставил, когда не стоял, там тренировочные моменты. А там все быстро там? Да нет. Это там я получалось, не получалось, потому что там если хорошо, если плохо, я решил такой, чтобы это выставить так. Не знаю, как я поеду, буду я его показывать, а не буду.